На ТЭЦ-4 прошла экскурсия для будущих химиков. 20 студентов посетили предприятие один день, окунулись в жизнь энергетиков. Мероприятие проходило в рамках Всероссийского фестиваля «Энергосбережение вместе ярче». От начальника химического цеха ТЭЦ-4 Ольги Рыкалиной студенты узнали, что работа ТЭЦ невозможна без слаженного круглосуточного труда сотрудников всех подразделений и цехов. За полтора часа студенты стали участниками рабочего процесса, увидели, как ставятся задачи, как проходит работа в цехах, как они отметили побывать на закрытом энергетическом объекте и увидеть все своими глазами – это уникальная возможность. Нам рассказали, что очень много где использовалась химия в разных процессах, также и в очистке воды. Тверские учебные заведения и Тверская генерация являются надежными социальными партнерами. Учащиеся колледжей и вузов проходят на предприятии практику, а после приходят уже на работу и становятся коллегами.